В этом году Звенигород отпразднует 870 лет со дня образования. К юбилею города администрация округа готовится основательно. Одним из главных подарков для горожан станет обновленный стадион «Спартак». Этот спортивный объект много лет оставался в запустении, но жители помнят, как в советское время здесь буквально яблоку было негде упасть. Площадка пользовалась огромной популярностью. Он был построен 76 лет назад. Здесь базировалась городская футбольная команда. На поле играли и тренировались известные футболисты Советского Союза и России. Но с начала 2000-х годов спорткомплексом никто не занимался. В итоге он был фактически разрушен. Благодаря региональной программе «Спорт Подмосковья» и поддержке лично губернатора Андреевича Воробьева объект начали восстанавливать в прошлом году. А по сути мы начали отстраивать его заново. Все этапы реконструкции согласовываются с местными жителями. Именно они определяют наполнение комплекса. Перепад хороший, может быть, какую-то и горку еще сделать. Тут как раз и городок бытовой пойдет. Бытовой городок, раздевалки, туалеты. Это вот здесь, нет, в этой части. А горка, нет, горка того, была. Горка была очень популярна. Да. Дети очень страдают. Без горки точки кататься негде. Стадион «Спартак» станет точкой притяжения. На обновленной спортивной площадке будет базироваться не только футбольный клуб, как было раньше. Она станет крупным многофункциональным объектом с развитой инфраструктурой. Все пожелания мы учли и обязательно выполним. Полностью обновленный, реконструированный спортивный объект, дополненный активностями, зоной отдыха, удобной парковкой, мы откроем уже в конце лета этого года. Мария Шматкова, Евгений Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».